Приветствую вас, уважаемые подписчики. Выехали на поле высоты 199,5. Собираем приборы. Сейчас будем работать. Так, Андрюш, сообщи, что тут было на этой высоте. Значит, по июлю месяцу, 20-21 числа, ожесточеннейшие бои были. 79-я наступала на Голую долину. 50-я также здесь, 230-я почти вся полягла вот по этому флангу ближе сюда. Ну а затем ее заменила 39-я стрелковая дивизия. Ну и дальше пошли уже 12-й армии. Угу. 203-я, 244-я, 60-я этот самый дивизии заступили, наступали на Голую долину. Пытались овладеть вот этим перекрестком дорог. Им это получалось, но... Крестище Адамовка. Да. Но их выбивали оттуда. А почти до сентября это удерживалось немцами. Вот этот край вот так вот. А здесь были боестолкновения. Вот здесь вот. А этот... Ну да, и опушка Маяцкого леса удерживалась почти до сентября, до 6 числа, пока немцы не ушли со Слободска. Ну, здесь вот, здесь уже подняли человек 70 его в братских захоронениях. В братских, ну не один. 50 и 25, ну, да, 75 человек, 24 точнее. Ну и там 12. Там 12, считать, да, там. Да, да. Ну и в принципе на вот этом вот поле поднято человек 200, может быть чуть больше. Это советских солдат РКК, рабоче-крестьянской Красной Армии. И порядка 50 немецких военнослужащих. Это только на этом участке поля. Так, ребят, у нас первый сигнал. Сейчас начинаем вкапываться. Поблизости пока нас нет ни отстрела, ничего не видно. Может разрыв, а может быть и бойцы. Буквально здесь в 50 метрах были обнаружены останки 75 красноармейцев. Предположительно 50-й стрелковой дивизии. И вот в раскопе фрагмент какого-то металла. Небольшой кусок видно, с техники отбито что-то. Крессора. Фрагмент, вот дальше, да? Идет отстрел немножко. Продолжаем работать на 199-й высоте. У нас здесь в раскопе 45-ка шнайгиль застреленная. И ниже еще идут. И паленая земля как будто тут горела еще. Да ну может и горела. Ну, похоже на 45-шную позицию. Еще там пару сигналов есть. Будем проверять, может где-то бойцы будут, кроме хлама. Давай. Стреляны. Они все стреляные, да. Все отстреляное. И такое, как трупное, зеленое. Устал. А. Фу, собака. Еще один гильзач, давай, Андрюш. Тоже все стреляное. А чей? 45, советский. То там буква какая-то показалась. Не, ну они же все клеймированы, в принципе. Не нашинская. Ага, чуть-чуть дерево. Ну да, артиллерия стояла. Ну, видно, ящики, может, да? Были, да. Похоже. Похоже, что были ящики. Полковая артиллерия зашла, ее тут побили как. Ну да, тут, конечно, побило много народу. Поддевай на выйдет, Андрюш. Где что такое? Да ну что ее металлолом этот, Андрюш, поддевай сейчас. С ним еще возиться. Они... О, вот это битая осколка. Видел попадание вот два. С нее не эту хотели сделать. Да не, удары явно осколочные.
передач 76. Побольше. Ну да, тут же был 45, а вот 76. Стрелян. Стрелян. Здесь три пушечка. Не бойтесь, все будет хорошо. Мара. Так, все, ну у вас твой. Нападаете уже. Еще одна. Давай. 45 обычная. С нескольких раскопов. Катюши, гильзы. Ведро побитое из блиндажика выскочило. Половина 45. У нас тут получается котелочек. А ну-ка, Андрюша, гали чуть-чуть его покажи. Котелок идет. Там что-то еще. Наркокашный. Они же что-то упираемся, может боец быть. А может еще металлолом накиданный тоже. Пока сказать точно не можем. Но если есть такой пропавший без вести, то мы его найдем. На этом поле тоже когда-то поднялись медали за боевые заслуги бойца. Тоже установили. А сам он житель. У него получается родственники в Краматорске были. Но началась у нас война. И все. И на этом все. Потеряли мы связь с людьми. Где кто, что уже неизвестно. Хороший котелок большой. Кастрюля. Он раздавленный просто, по-моему. Нет, целый. Побить. Зелененький, да? Ну да, да. А внутри вообще он идеальный, да. Осколочный, осколочный, зеленый котелок. На школьные музеи, ребят, если у кого есть школьные музеи, подакты готовы давать в музей экспонаты, без проблем. На металл сдавать жалко, а уже в кучу музеев уже в принципе попередавали. Если есть у вас музеи школьные, то мы готовы помочь и пополнить. Что там, Андрей, еще гранаты? Она противотанковая уже. А, ну, да. Давай, раз, доставай, РПГ-40. С ручкой, да? А? С ручкой. Похоже, сейчас не разобрался, аккуратно. Там вон еще две гранаты и одна Эвка. РГ-42, две штуки. Без ручки, да? С ручкой. А с ручкой полным, а ну дай гляну. Смотрим, чтоб не взлетит. А нет, похоже, не взведенная. Ну да, нет, да. Без запала она. И осколками он побита, посечена. Зелененькая. Ну, зеленая, да. На, Андрей, положи. Вон туда. Там лимонка еще и... РПГ-40. Вот уже на утилизацию есть фрагмент, да. Сейчас вот и вскрываем весь окоп, что может где-то будет и боец в углу где-то может лежать. У нас с этой раскопа вышел котел, вот такой немецкий рзац. Котелочек. Ложка. Чуть его трепанули, думали просто банка какая-то. Далее граната РПГ-40. Потом РГ-42, ударенная осколками. Две единицы попалась. Далее у нас вот где-то F1 была. Так, котелочек оттуда выпал, часть с погона, внутренняя вшивка, масленочка и ложка без надписи. И ложка сверху в посеребрении, вот такая вот ложечка выпала. И ниже у нас идет боец на реште. А вот это с детонатором ковешника, взрывателем. Вот у нас 4 единицы. Ну, в принципе, сейчас будем, ребят, расширяться. И у нас уже есть солдатик один. Уже все. Ну, кстати, мы думали, да, что это, ну, банка консервная какая-то. И то, что мы говорили, что мы начали полностью все расширяться, как обычно, вскрываем окопы полностью. И фрагмент черепа.
был, вот. И все, и это означает, что боец где-то здесь. Пока не нашли, не остановились. Что вот медпакеты были. И все, пока. И осколков. И там еще солдат, больших. Да, и куча осколков, да. И себе. Что тут и танчик этот был? У нас тут рваные снаряды идут, гильзы расстрелянные, и сверху валялся вот такой вот пластмассовый танчик. Интересно, что за приколы и рваные снаряды. Что, полно, да, Никита? Ну, да. 45-ки вижу, 75-й один немецкий, и настрел есть, наверное, окоп, да? Либо капонир, да? Ага. Страшные. Вот так вот. Куча металлолома. У нас там воин один. Может быть и больше. Я знаю. Мешанки нет, но воронки что-нибудь. Да, воронки валяются. Граната, да, идет? Да, следом. По 2,5 боекомплекта. Они все получали за Донцом и шли сюда на это, по 3 даже БК. Поэтому... Фух. Вот идем по траншейке, и вот идет в траншеи ботинок, вот так вот согнутый, как завалился боец вперед. Таз идет в кармане, у него граната. И вот мы копаем его дальше. Вот он вот так идет, там он банка консервная, ниже каска лежит. Сейчас будем скрывать полностью оков. Там закончился и сюда пошел. Вот такое да, непонятное. На портсигар, да, похоже? Да, похоже. Котел мята или крышка? Ну, я так не думаю. Это что-то обрезано. Это явно не банка. Это что, обрезали, видишь? Котелок был советский, может, алюминиевый. Странная какая-то банка. Штука. Да, банки толстовато. Не ясно. Дело ясное, что дело темное. Не подписано, да? Вообще, шмурдят какой-то. Да уж. Высоты такие, что отсюда. Ух, какая красота. С этой стороны вторая часть, да, да, вторая часть этой загогулины этой. Ну, давай ее сюда мы глянем. Граната, да? Ну, у нас вот эта скала тут из 24 часть. Так, у нас тут получилось даже два военнослужащих. Вот голова с каской там оторванная, и еще один вот так вот лежат двое. Нашлись 24-ки с эмочки. Сейчас, видимо, немцы закинули гранату в окоп к бойцам. Вот так срезают, уже, да? Видимо, был ближний бой. И либо добивали, да, просто подходили в окоп и гранаты кидали, чтобы не подходить близко, и все. Смотрите, что-то погода портится. Да, держать его нет смысла, он огромный. Да. Ребят, продолжаем зачистку останков. У нас уже по меньшей мере 3 красноармейца. Один сидит, второй. Все, в принципе, в сидячем положении. Уже насчитали по направлениям тел 3. А там может быть и больше. Пока мы только 3 видим бойца. Фух, и все, вот как сидели в окопе,
как видимо был прилет, а потом немцы еще гранату докинули сюда. Видим, как он сидит, руки раскидал в разные стороны. Вот так как сидел, так и завалился. Попадание в черепную коробку. И с этой стороны еще один солдат сидит. Сейчас мы их повыводим, покажем вам, как они выглядели, в каком положении сидели. И можете представить себе, что это были живые люди. Ребята, у этого бойца оказались документы, либо бумаги какие-то. Мы можем видеть, сейчас мы их аккуратненько упакуем. Вот оно. Полностью. С зеркалом, видимо. Нет, не самое. Так. Упаковку бумаги. И упаковываем. А ну, какие-то. Снимаю, сейчас я упакую. Данный предмет будет отправлен на экспертизу. Возможно, что-то удастся с него получить, хоть какую-то информацию. Так вот, просят нас сразу же их упаковывать, изолировать от света и, в принципе, воздуха в полном объеме, чтобы не пересыхали данные осколки. Все, вот так вот и отправим. Итак, ребят, закончили работу. Вот мы можем видеть перед собой уголок, окоп пулеметный. И в нем находятся останки четырех солдат. Все бойцы как сидели, в каком положении, в таком положении, в принципе, и остались сидеть. Вот с приседа, вот так как попадали на бок, завалились, так и остались лежать. Огромное количество вот так военнослужащих так и остались лежать на полях сражений. И вот одних из них вот мы сегодня вам показываем. Вот так выглядела война. Других оно видов не имеет. Она имеет только один облик. Этот облик называется смерть. Сейчас мы вам все покажем вблизи, чтобы вы могли видеть точно и четко, как лежат бойцы с обеих сторон окопа. И вот заходим в окоп. Вот мы видим перед собой кружка лежит. Рядом лопатка. Потом идет котелок рваный. Вот в этом месте, по всей видимости, был взрыв. Где-то вот мы нашли вот эта выемка. Вот это и есть та самая вороночка, в которой был произведен взрыв. Плюс еще немцы кинули сюда гранату в данный окоп. Остатки М-24 тут были. Итак, начнем. Вот кружечка. Далее саперная лопата, малая пехотная, котелок, мы вам его уже показывали, что он рваный был. Вот его как побило изрядно. Патроны лежат, вот осколки алюминиевые, огромное количество их тоже находится тут в окопе. Далее остатки банки. Также детонировавший 45-миллиметровый снаряд целый, вот разрыв, гильзы латунной. Далее, похоже, как крышка с котелка, но не ясно, нет укрепления, может такая вот обыкновенная какая-то крышка. Вот кто-то видел подобное, может прокомментировать. Также имеет следы осколков. Попадания, вот они, можно наблюдать. В некоторых даже позастревали, мы можем видеть металлические осколки в алюминии. Далее,
патроны к ППШ в количестве к Мосинке. Потом у бойца открытая крышка с диска. Самого диска нету. Оружие, хочу заметить, тоже нету по непонятным причинам. Возможно, пособирали либо немцы, либо похоронные команды. Далее в кармане идет две гранаты РГ-42 и еще две РГ-42. Возможно, была сумка, по нашим предположениям. Потом имеется также взрыватели к этим гранатам. Перочинный ножик. Вот он. Можем наблюдать. Почти у каждого бойца монетка. Тут, по-моему, 15 копеек 24-го года. Странные деньги. Так, дальше. Что мы можем наблюдать? Картину вот такую. Солдата головы нету. Вся голова находится под ним, разбитая в чент. Далее идет лопата саперная. Боец в сидячем положении, на бок завалился, как сидел, так мы можем видеть, как он упал на бок. Далее МПЛ-35 имеется, также можем наблюдать. И рядом гранаты пошли. РПГ-40, граната F1 с кавешниковым взрывателем и РГ-42. Вот так вот. Это что касается бойца. Вот он лежит. Ну так будет понятнее, думаю. В ботиночках сталинских шишечка. И вот он согнулся и упал на бок. Да, вот так вот судьба солдата. Голова вон разбитая. Есть люверс из плащ-палатки, кожаный из советской. Далее. Следующий боец, также он голова находится внизу, разбитая, вот она, и вот он в сидячем положении, также само перебиты ноги, можем наблюдать, вон перелом, в кармане у него провода, смотанного часть, и ножик перочинный, поближе покажем, вы видели, вот провод и рядом ножик, боец в сидячем положении находится. Двигаемся дальше. С этой стороны посмотреть на войну. Перебиты у следующего бойца руки. Голова также свалена вниз. Перебиты левая, правая рука побиты. Котелочек лежит немецкий. Поздний уже. А вон части гранаты М24. В карманах там у бойца тоже он имеется. С бинокля линза. Сейчас мы все покажем с другой стороны. Да, вот оно. Вот так выглядит война. Так, обходим с другой стороны. Идем отсюда и покажем с этой стороны этих двух бойцов. Опа. Вот он в кат, боец. И он внутри голова. Разбитая. Вон дыры в каске. У бойца тоже в сидячем положении. Вот как сидел, так и упал. У бойца имеется зеркальце. Вот. Далее кресало было, кусок напильника. Часто применяли данный предмет для того, чтобы распаливать костер. Далее у солдата в кармане были перчатки кожаные, скорее всего, трофейные немецкие. Остатки он большого пальца на перчатках. Можем наблюдать. Далее ремень, лопата саперная. Далее также был вот такой вот затвор запасной, во всей видимости, к автомату ППШ. Индивидуальные пакеты. Под рукой находится котелочек.
И, что самое интересное, по всей видимости, планшетка. Вот она. У бойца лежит. Дальше. Это у нас масленочка. Также тут находится. И пройдем немножко дальше. Вот следующий военнослужащий. Возле него разорванная часть гранаты М24. С нее фрагменты битые. В теле вот такие вот куски остались. Вот котелочек трофейный. Немецкий эрзац. Поздний вариант. Далее ложка. Такая вот, к сожалению, без инициалов. И вот монеты. И часть линзы. Вот линза. Может даже... Это похоже даже на снайперского прицела линзу. Вот такая вот. И мелочь, монеты. Далее. Вот такую вот свечку сделал сам, фитиль. Можем видеть, самодельная. Трофейные немецкие сапоги на нем одеты. Можем даже увидеть отсюда подошвы кованых сапог. Вот они лежат. И то, что это 43-й год, вот одного из бойцов, мы можем видеть вот такую вот вставочку в погон. Делали так солдаты вставочки в погоны. В принципе, пока не все. Вот так вот лежат солдаты. Очень сложный объект был зачищать, чтобы не завалить их, бо падают кости, потому что бойцы все не в лежачем положении, а в полусидя, в принципе, некоторые вообще в сидячем полностью, поэтому данный объект был один из сложных на этом поле. Ну все, в принципе, ребят, сейчас будем изымать воинов и фиксировать данную локацию. Сейчас этих бойцов убило одним взрывом, вон от воронки выемка, и всех одним рядом по головам, в принципе, взрыв прошелся, и смерть моментальная. Плюс еще немцы закинули сюда гранату, и вот они как с того вот так вот завалились на эту сторону, так они так и лежат, заваленные в эту сторону. Этот день начался не с лучших находок. Нам попадались фрагменты металла, воронки, а также позиции артиллерии. Мы уже разочаровались в данном участке, и вдруг на глубине примерно метра были обнаружены первые останки военнослужащих. Четыре судьбы. Тех, кто по непонятным причинам был оставлен на поле боя. И 77 лет ждали своего возвращения с той проклятой войны. Благодарим за ваше с нами совместное участие в поиске погибших и без вести пропавших в горниле войны. Итак, начинаем изъятие костных останков с локации. Каска с головою. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, каски изрядно досталось. Можем видеть вот с этой стороны, что произошло. Сколько попаданий было в голову. Ну да, выжить нереально. Запустим предметы. Лопата. Так, затвор. Автомату ППШ. Остатки котелка солдатского.
обычный пехотный вариант. Внутри бумага, да? Ого! Ну да, вот так вот, наверное, и надо его и отправлять. Было опасно что-то его трогать. Усы имеют при себе ботинки. Далее котелочек трофейный. Это у нас с планшетки, она с документами, с бумагами, может, картой. Далее имеется вот такой вот предмет, это называется масленка. Тоже внутри с маслом, скорее всего. Далее остатки котелка пехотного, фрагмент ножика. Потом вот такой вот нож. Интересный. Похож на НР, но без крепления. Тоже был у бойца. Далее затвор ППШ. Перчатки. Лопата саперная. Кресало. На кусок напильника для кресала. Зеркало. И ножичек. Такой вот. Боец имеет многочисленные повреждения конечностей, верхних и нижних. Повреждения грудной клетки можем наблюдать. И самое основное, что являлось следствием гибели, это голова. Мы можем наблюдать, какие повреждения имеет голова. Сколько осколков зашло в черепную коробку, вследствие чего боец, скорее всего, и погиб. Так, следующий военнослужащий у нас при себе имеет немецкую трофейную обувь, немецкие сапоги. Далее свечка. Вот такая вот с пуговичкой заткнута. И ложка. Вот она. Такая. Далее линза. Скорее всего, со снайперской винтовки с прицела. Вот такая вот. Также кремень для кресала и мелочь советская. Повреждения также имеются верхних и нижних конечностей. Можем наблюдать перебиты кости бедер, повреждена грудная клетка, повреждения правой руки, повреждения левой руки и разбита полностью черепная коробка. Сейчас будем фиксировать и складывать останки. Вот такая вот касочка и имеет такие вот повреждения. Ужас. И опарыш. Итак, сегодня по истечению обстоятельств мы работали вдвоем. Все ребята работали, возможности не было. И сегодня вот нам тоже наши друзья приехали помочь поработать. Лян, привет всем. Привет. Это помощь приехала нам. Будем сейчас доставать. Начинаем изымать останки еще двух военнослужащих. Вот фрагменты черепной коробки, остатки. Попадание разбило голову воину. Ни у одного из бойцов не было целой черепной коробки. Итак, у нас у бойца документы, походу, вышли. Сейчас мы будем упаковывать. Он прям с опарышами, с фрагментами формы. Так,
Там где-то этот самый, подай, пожалуйста, фольга. Оп, заворачивай аккуратненько его. И вот лопатка еще у бойца. Даже черенок остался. Видите, какой он коротенький. Не такой длинный, как обычно показывает, а он короткий-короткий. Сколько тут? 10 сантиметров от самого металла. Ладно. Итак, ребят, продолжаем осмотр останков. У нас получается, у бойца здесь имелся погон, по всей видимости, был. Вот остатки. Они вот вырезали и вшивали такие вот вставочки в погоны, ботинки. Далее у бойца имеется бумаги. Вот МПЛ 50, МПЛ 40 либо 50, как говорят. И еще есть вот такая кружечка, тоже побитая осколками изрядно. Далее в кармане был вот такой вот жгут. Ну, мы предполагаем, возможно, было повреждение, может, не в кармане было, в районе бедра. Потому что мы перед собой видим, как он стягивался. Вот они его стянули. По всей видимости, просто перетяжка была бедра, либо ноги, в принципе. Далее, две гранаты F1 с ранним взрывателем Ковешникова. РГ-42, тоже удар есть, но не сквозной. Далее, масленка. Такая вот фрагмент какого-то крышки, наверное, с котелка или чего-то еще. Патроны от ТОПШа и винтовки Мосина. Так, это у нас боец под номером 77. У него имеются также бумаги. Только у одного бойца не было бумаг. А так у троих военнослужащих имелись при себе бумаги, возможно, документы. Далее, следующий боец также имеет при себе бумаги. Он у нас под номером 78. Так. И боец имеет вот лопату МПЛ-35, саперную, пехотную. Вот такая вот, с фрагментами дерева. Видим, что ручечка какая коротенькая. Далее. Котелок, а внутри мы видим люверс из плащ-палатки с немецкой. Видимо, был в немецкой плащ-палатке боец. Люверсы и фрагменты костей. Далее, РПГ-40, граната также была. И тоже погон был. Это уже 43-й год. Далее, взрыватели к гранатам. Идут перочинный нож. Подсумок, видимо, был с гранатами. Вот остатки подсумка и 4 гранаты. Также имеется масленка, ударенная осколком. Еще одна масленка, он сколько опарыша засохшего, вот можем видеть. Сухой червь, ремешок. И то, что касается повреждений военнослужащего, разбита черепная коробка полностью. И, в принципе, таких серьезных повреждений, кроме разбитой головы, как бы не имеется, что, скорее всего, являлось следствием смерти. Так, что касается этого бойца, у него повреждение левого бедра. Хотели вам показать, тут у него есть кое-какие особенности в ноге у одного из бойцов. Наверное, сложили уже это. А вот, мы можем видеть. Видите, вот вывело внутри сустав, повреждение, вывело кость. Это, скорее всего, гнойные гнилостные процессы были. Человек был еще жив, и вот у него стачивание внутренней части пошло сустава. И, соответственно, сама нога, мы можем наблюдать, как она подобросла частично тоже. Здесь, в принципе, сустав еще не разъеден, целый. Так, ну все, в принципе. У бойца повреждения также черепной коробки разбито.
полностью левая, правая рука отсутствует часть, вот левая рука ломаная тоже, и правой руки нету, половина правой руки ее раздробила, фрагменты костей были, вон мы видим правая рука, только нижняя часть соединительной левой кости. Так, и вот голова, вот все, что осталось. Побита грудная клетка частично, так в основном бедро и черепная коробка, а также правая рука. Все, в принципе, ребят, заканчиваем. Там ребята шурфятся, и мы уже засыпали яму. И будем понемножечку собирать бойцов и собираться домой. Всем, ребят, огромное спасибо. Всех, кто подписан на нас, за поддержку, за добрые слова. И вот наши красивые донбасские степи, поля, леса, реки. Это наш прекрасный край. Уважаемые подписчики, по многочисленным вашим просьбам для активной помощи поисковому отряду благотворительными средствами был создан видеоряд пошаговой инструкции на донат. Для приобретения спецсредств и спецоборудования для поиска, помните, что от вашей помощи зависит многочисленная возможность поисковых отрядов продолжать свою деятельность по поиску погибших и бездне пропавших воинов периода Второй мировой. Котелок немецкий вышел, битая немецкая, да, она в чехле была. Красноармейцы лежат, погибшие. Тут звездочка одна, младший лейтенант. Вот она, находился затвор пулемету «Максим». Если вы обнаружили останки погибших воинов или знаете захоронения, где могут находиться данные солдаты, просим обращаться к нам по номеру телефона, который указан на экране. Большое спасибо, с уважением, Плацдарм.